За 2021 год недропользователями Колымы добыто почти 50 тонн золота и 615 серебра. На заседании правительства Магаданской области обсудили итоги промывочного сезона. Добыча серебра в сравнении с предыдущим годом увеличена на 80 тонн за счет введения новых месторождений. Достигнем рубежа 51 тонна золота и 640 тонн серебра. Ну и соответственно НДПИ у нас, налог на добычу полезных ископаемых, по сравнению с предыдущим годом превысит ориентировочно на 600 миллионов. Поэтому достаточно существенный вклад в бюджет области именно наших недропользователей. В этом году золото добывали почти 100 предприятий. Основные компании – «Полюс», «Полиметалл», «Павлик», «Сусуман золото». Также некоторые компании добывают другие драгметаллы. Так, свинца получилось почти 5000 тонн, цинка – почти 6000, меди – около 420 тысяч тонн.